Всем привет! Света наконец-то прилетела ко мне. Сегодня мы в первый день выехали в Сеул, гуляем на Мендоне. Также мы зашли в офигенную кафешку. Попробуем, что тут, как тут, вкусно или нет. Сегодня дождливый день, поэтому Света говорит, что в Корее... Что делают все? Дождь. Корейцы едят поджон и макколи пьют. Макколи — это, рисовое вино, грубо говоря. Оно обязательно в чашечках пьется, то есть не в стаканчике. И разливается в такую очень милую посудочку. Пару слов о прилете. О твоем состоянии. Мое состояние. Я была готова упасть на асфальт, развлечься и сделать ангелоческое... Боже, как я счастлива. Я дома. Я приехала домой. Это первое впечатление. Но учитывая, что были люди, я все-таки приличная девушка. Пришлось просто внутри это все сдержать. Ну, сейчас мы макколи попьем, посмотрим. И Света такая просто попала, такая... Заказали чапчи. Прикольно, что принесли в таких одноразовых упаковочках. Здесь, соответственно, у нас... Света ждет. Да, Света уже есть. Света уже ждет. Как тебе чапчи? Обалденно. Так. Мы сейчас тоже попробуем. Так прикольно, что здесь официанты спрашивают, из какой вы страны, и записывают, какая страна. Принесли наконец-то это блюдо, которое едят вместе с макколи, чтобы не пробовать. Открываю, Свет. Разлив. Так, показывайте, что там, как там. Все, можно есть и пить. Кафешка очень милая, официанты очень милые, немножко знают английский язык. Что приятно. Да. Двигаемся дальше. А, блин. Короче, официантка оценила, бабульчик такая сладкая, оценила мою родинку на лбу. Вот такие мы красоточки. Отправляемся. Покупать мой телефон. Да. Я хочу телефон. Покупать телефон в свете, между прочим, Samsung S23 Ultra 1 терабайт. Так что, возможно, уже следующие съемки, фоточки могут быть и на ее телефон тоже. Да, я очень надеюсь на это. Мы уже второй раз заходим в магазин Samsung, потому что Света хочет себе определенный телефон. 23 Ультра 1 терабайт. И сейчас произошла ситуация. Мы заходим. Там открывает дверь, получается, мужчина. Очень красивый мужчина. С цветочком. Конечно, для меня самый красивый — это мой муж. This is my husband. Вот, я даже не заметила его. Но Светлана сразу подошла, куда нужно. Начала спрашивать дорогу. Он что-то говорит, а я не стояла рядом. Она такая... Я подхожу, говорю, English, please. И он нас отвел к стойке информации. Она была ровно в 2 метрах. Вот такой вот кринж. Мы вышли всего лишь из торгового центра, а тут вот чего. Тут ладоши. Вау, прикольно! Почти. Давай, Свет, погнали, следующее. Stray Kids, между прочим. Где Хан? Нету. Ну, еще по... еще нормально. Прикольно. И как сам, да? Я нашла сам.
О, погнали. На, серьезно, ты не верил. Это кто? Я реально прихерел. Айен. Это что за лоб? Лопища. Не понял. Мне больше никого интересует. Вау. Это кто? Лапать будешь? Этих нет. Я ищу Шивона. Шивон. Он на том же месте, где и Хан. Посмотрите, как партит, девчонки. Погнали дальше. Так, мы потеряли ее. Мы ее потеряли. Чувствуйте себя немножко звездами красной дорожки. Да, пройдитесь да. По ней. Прямо сейчас мы осуществим. Несмотря на дождь, пол. Дорожка немножко узковат. Но мы влезем. Но мы влезем, мы идем по ней. Просто покоряем Корею. Ю-ху!